Здравствуйте, меня зовут Дэрик Уокер, я пастор Библейской церкви Оксфорда. И сегодня я хотел бы поговорить с вами на интересную тему о Вифлеемской звезде. Существует много теорий о том, что же такое Вифлеемская звезда. Кто-то считает, что это парад планет или Юпитер в свете Солнца и так далее. А может, это была комета, метеор или какая-то супернова. Но ничто из этого не подходит под библейскую историю. Мы увидим, что это была необычная звезда, а сверхъестественное проявление славы Божией. Именно оно указывало путь мудрецам. Слово, переведенное с греческого как звезда, означает сияние или свечение. То есть это не значит, что это не может быть что-то сверхъестественное. В Библии есть много упоминаний о том, как слава Божия являлась в какие-то ключевые моменты. А рождение Бога-человека, Иисуса Христа, конечно же, достойно явления Его славы. Обычного природного явления в небе было бы недостаточно для ознаменования такого чудесного события. Слава Божия не появлялась сотни лет с тех пор, как Иезекииль видел, как она покинула первый храм. Но в день рождения Христа Слава, Шухина, явилась пастухам вместе со множеством ангелов». Сегодня вы услышите много интересного о Вифлеемской звезде, но давайте вернемся к пастухам. В Евангелии от Луки 2 главе 8 стихе сказано, «В той стороне были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим». Ночь символизирует мир, который находится во тьме из-за греха, отделенный от Бога. Явление славы Божьей символизирует, что, несмотря на грех человечества, Бог по своей милости снова пришел к людям, чтобы особенным образом восстановить нас для Божьего света. Заметьте, что слава Божия светила с неба на пастухов и осияла их. Она осветила не всю ту местность. Иными словами, это было похоже на славный луч прожектора или поток света, льющийся с небес на землю. Важность этого мы увидим позже. А затем Лука продолжает. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Тьма, символизация, Весь мир, находящийся во тьме греха, потерянный и не в силах найти свой путь к Богу. Они нуждались в Спасителе, и Бог прорвался сквозь тьму своим светом и славой, возвещая хорошую новость о спасении всех людей. После этого их отчаяние обратится в великую радость. Это новость о том, что Бог пришел к нам в лице Иисуса, чтобы спасти нас. И через Христа мы теперь имеем доступ к Нему. Это подтверждают и слова ангела. Он сказал, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Заметьте, что Он родился, чтобы стать Спасителем, а это говорит о Его человеческой природе. В Евангелии от Матфея 1 главе 21 стихе сказано «Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Но заметьте, что Он назван не только Спасителем, но и Господом. Это говорит о Его божественной природе, о том, что Он имеет абсолютную власть. То есть Христос и наш Господь, и наш Спаситель. Он и Бог, и человек. Он должен был быть и Богом, и человеком, чтобы спасти нас. Это также означает, что для того, чтобы принять Иисуса, мы должны поверить в Него как в Бога и как в человека, а затем принять Его как нашего Спасителя и нашего Господа. Мы должны доверять Ему как Спасителю и подчиняться Ему как нашему Господу. И чтобы принять Его спасение, нам нужно подчиниться Его господству ангел сообщил нам еще один его титул — Христос или Мессия. Обещанный Мессия — это одновременно и страдающий Спаситель, и вечный Царь. Это означает, чтобы спастись от наших грехов, мы должны подчиниться его царской власти. Грех, по своему определению, — это бунт против Божьей власти. Итак, во время возвещения о рождении Иисуса Христа, Он объявлен как Господь, Спаситель и Христос. Это его полное имя. Господь Иисус Христос. Господь указывает на его божественность. Иисус означает Спаситель и указывает на его человечность. А Христос это означает помазанный. Указывает на его служение в качестве пророка, священника и царя. Затем ангел говорит, и вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом множественное войско воинство небесное, славящее Бога и взывающее «Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Внезапно в воздухе появилось великое множество ангелов, которые единогласно славили Бога. Какая прекрасная картина. Я уверен, что там были все ангелы небесные, и они прославляли Бога и отмечали невероятное чудо. Бог пришел на землю как человек все небеса спустились на землю. Присутствие всех этих славных ангелов в небе могло выглядеть как свет яркой звезды для тех, кто видел это издалека. Лука продолжает. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Почему же Бог выбрал этих вифлеемских пастухов, чтобы сообщить им о рождении Христа? В еврейском Талмуде сказано, что вифлеемские пастухи ⁇ это особые пастухи левиты. У них была особая роль ⁇ забота о пасхальных ягнятах, которые должны были быть принесены в жертву в храме в 8 километрах от пастбища. Для этого подходил не любой ягненок. Это должен был быть ягненок мужского пола и без порока. Этих ягнят предоставляли вифлеемские пастухи, которые должны были присутствовать при их рождении, чтобы сказать об этом. Затем пастухи заботились о них и следили за тем, чтобы те были без порока и подходили для жертвоприношения. Также Иисус родился, чтобы умереть за нас, как незапятнанный, и непорочный жертвенный агнец Божий. Сделав это, он стал бы спасителем мира для всех, кто примет его как своего спасителя. Вот почему Бог выбрал именно вифлеемских пастухов, чтобы объявить им о рождении своего пасхального агнца, который родился, чтобы спасти нас от наших грехов своей жертвенной смертью. Их миссия была в том, чтобы стать свидетелями его рождения и провозгласить его Спасителем, поскольку спасение должно прийти через кровь Аганса. Именно об этом и возвещали ангелы. Агнец Божий, жертва за ваши грехи, уже родился. Пастухам была возвещена эта благая весть о радости для всех людей. Ангелы сказали им, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И они были послушны этой миссии. Увидев, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. Может быть, не совсем очевидно, как явление славы Божьей пастухам связано с Вифлеемской и звездой, но я покажу вам, что между ними есть непосредственная связь. Перейдем к истории о мудрецах во второй главе Евангелия от Матфея. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Фраза «мы видели звезду его на востоке» — это неправильный перевод. Буквально там сказано «мы видели его звезду в ее восстании». Это означает, что они видели, как звезда поднималась над горизонтом со стороны Израиля. Эти заявления волхвов показывают, что они имели много знаний о Мессии. Они знали, что родился особый еврейский царь. Появление этой новой звезды указывало на его рождение. И они также знали, что новорожденный был Богом, потому что они пришли поклониться ему. Также складывается впечатление, что они ожидали этого рождения и того, что оно будет предвещено звездой. И поэтому они активно искали эту звезду. А когда она появилась, они знали, что этот царь родился. Удивительно, сколько всего они знали. Можем ли мы полагаться на знания этих мудрецов? Кем они были и откуда они знали, что это было время рождения еврейского Мессии? Откуда они знали, что это была его звезда, что он царь Израиля и человек Бог? Эти мудрецы не были астрологами, как утверждают некоторые, хотя они были экспертами в вопросах неба. Они не были царями, но занимали высокие посты при дворе в парфянской империи, которая находилась в восточнее Римской империи. Они были потомственными священниками мидов, которых высоко ценили и которые были царскими советниками и доверенными лицами. Эти мудрецы были серыми кардиналами которые подтверждали, помазывали и одобряли каждого нового царя. А когда родился Божий царь, то в этом не было ничего странного, что именно эти мудрецы из другой страны были избраны, чтобы почтить и признать новорожденного царя, который однажды будет править Израилем и всеми народами. Тогда как еврейские пастухи провозглашали приход Спасителя в этот мир, языческие мудрецы провозглашали, что Он также истинный Царь всех народов. То есть Он и Спаситель, и Царь. Их высокий международный статус виден в их прибытии в Иерусалим. Услышав это, Ира Царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Если они вызвали в городе такое волнение, то очевидно, что они были необычными мудрецами. Скорее всего, это была большая VIP-делегация с обслуживающим персоналом, слугами и вооруженной охраной. Они были одеты в престижные священнические наряды, чтобы подчеркнуть свой высокий статус. Эти мудрецы или волхвы проживали в Вавилоне, который входил в парфянскую империю. Хотя они изначально пользовались астрологией и гаданиями, чтобы узнать волю богов, для того, чтобы давать советы царям в принятии решений, появление в их среде еврейского пророка Даниила много изменило. В 600 году до нашей эры Даниила забрали в плен Вавилон. Благодаря Божьему помазанию он быстро затмил всех придворных волхвов и мудрецов. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их, то есть Даниила и его друзей, в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Ключевое событие произошло во второй главе Даниила, когда новохудоносору приснился тревожный сон. Но проблема была в том, что он даже не помнил свой сон, поэтому он сказал всем мудрецам и волхвам рассказать ему его сон и истолковать его. Если они не сделают этого, то поплатятся своей жизнью. Когда у них ничего не вышло, Царь дал команду убить их всех, включая и Даниила. Но Даниил помолился, и Бог открыл ему эту тайну. Таким образом, он спас жизни всех волхвов. Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всею областью Вавилонскую и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. То есть Даниил стал начальником над всеми мудрецами с правом учить их Слову Божьему. А поскольку он спас их от смерти и продемонстрировал превосходство своего Бога, они охотно приняли его лидерство. Скорее всего, он рассказывал им пророчество о приходе Мессии, включая свое собственное о седмицах или семидесяти неделях, записанное в девятой главе. Оно гласит, что Мессия придет через 490 лет и умрет за грехи всего мира. То есть эти волхвы знали пророчество о еврейском Мессии и знали время его прихода. А поскольку Даниил был очень влиятельным среди волхвов, многие из них остались верны ему и его Богу. И они продолжали его дело даже после его смерти. Эти верные волхвы должны были заметить, что отчет с 70 недель начался в 458 году до нашей эры с указа царя Артаксеркса о восстановлении Иерусалима. И они подсчитали, что Мессия должен будет завершить свою миссию до 33 -го года нашей эры. А это означает, что его рождение должно быть как минимум за 30 лет до этого, и во время рождения Христа они были на стороже, ожидая знамений рождения этого Мессии. У них было еще одно предсказание из Писания, которое помогало им понять, когда именно родится этот царь. Это пророчество Валаама. Он был одним из них, то есть он их земляк. Пророчество записано в числах 24 главе. «Вижу его, Мессию, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля». Это пророчество говорит о том, что он будет правителем над Израилем, царем иудеев, а его жезл будет простираться из... Израиля и править всеми народами. А еще это место говорит о том, что приход Великого Царя будет сопровождаться знаком в небе, а именно звездой, которая будет ассоциироваться только с ним. И на основании этого предсказания мудрецы назвали ее его звезда. Следовательно, когда этот Царь поднимется над Израилем, то в небе над Израилем поднимется звезда возвещая о том, что происходит внизу. Это символ чего-то значимого на земле. И сияющая звезда, пронзающая тьму ночи, это очень подходящий символ для провозглашения рождения славного царя, который будет править народами. Тут также сказано о жезле, который символизирует царскую власть и доминирование. Он указывает на еще одно небесное знамение в то время. Звезда символизирует возвышающуюся славу царя, а жезл символизирует его царское владычество. И мы с вами увидим, как эти небесные знамения исполнились во время рождения Христа. Это предсказание говорит также о движении звезды. Она должна подняться над Иаковом, чтобы показать, что в Израиле родился Мессия. То есть эта звезда должна была зажечься прямо над землей Израиля пророчество Валаама о звезде, поднимающейся над Израилем, и лежало в основе слов мудрецов о восходящей звезде. Они говорили словами из того предсказания. А это означает, что они искали буквального исполнения этого предсказания и руководствовались им в своих наблюдениях. Поэтому, когда звезда появилась именно так, как было сказано в предсказании, они знали, что это его звезда. Поэтому каждую ночь эти волхвы из Вавилона усердно высматривали звезду, которая должна была подняться на западе над Израилем. Это было бы знамением рождения царя Иудеев. Эта особая звезда возвещала бы о приходе Мессии, этот царь должен был подняться из Израиля и осветить своим светом темный мир, также и его звезда должна была подняться над Израилем и осветить небеса. Затем однажды ночью в небе появилось нечто необычное, и они поняли, что это было нечто божественное, что нельзя объяснить никак иначе. Они увидели новую звезду, поднимающуюся выс над горизонтом, над землей Израиля, и они знали, что это сигнал о рождении Мессии, царя Израиля. Потому что они сказали, а где родившийся царь иудейский, ибо мы видели звезду Его восходящую. Следовательно, это была новая звезда, которую они увидели в ночь его рождения. И это подтверждено в Евангелии от Матфея. 2 главе, 7 стихе. «Тогда Ирод, тайно призывав волхвов, выведал от них время появления звезды». Ирод хотел знать точное время появления этой звезды, потому что он хотел знать, когда именно родился Христос. Очевидно, что он тоже верил в то, что она появилась во время его рождения. Итак, смотря из Вавилона, они увидели новую звезду и поняли, что это звезда царя Иудеев. Это было исполнением предсказания Валаама, который сказал, что звезда поднимется от Израиля. Это означает, что они видели, как она поднимается со стороны Иудеи которая находилась на западе от них. Увидев эту звезду, они направились в Иерусалим, а это означает, что звезда появилась над той местностью. Почему же это так важно? Потому что в этой звезде и в ее передвижениях есть нечто необычное. Кроме того, что она была новой, она еще и выделялась среди других звезд. Из-за вращения Земли, все звезды восходят на Востоке, а опускаются на Западе. Но эта звезда двигалась в противоположном направлении. Она взошла на Западе и двигалась в сторону Востока. Так они поняли, что это что-то сверхъестественное. Со временем она исчезла. Ее было видно только в ночь рождения Христа, потому что в этом и было ее предназначение возвестить рождение Мессии. Далее мы читаем, что они увидели ее снова только после встречи с Иродом. Когда они увидели ее снова, они были удивлены, а также полны радости. Они, выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на Востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с матерью, Марией, и, пав, поклонились ему. Поскольку звезда исчезла, они, естественно, направились в Иерусалим, привычное место рождения иудейских царей, и только там та же звезда появилась снова, чтобы отвести их в тот самый дом в Вифлееме, где находился Иисус. Звезда остановилась прямо над тем домом. Очевидно, что обычные звезды или другие астрономические объекты так себя не ведут, а это означает, что Вифлеемская звезда ⁇ это скорее всего проявление Божьей славы. Описание, представленное Матфеем, должно было исключить все естественные объяснения. Итак, мы установили, что при рождении Христа было два проявления славы Божьей. Одно иудеем, пастухам, второе язычником, мудрецам. Первое проявление указывало на то, что родился Агнец Божий, Спаситель мира. Второе указывало на рождение Царя иудеев и Царя всего мира. Но сейчас мы увидим, что оба эти проявления славы Божией ⁇ это одно и то же. Это означает, что этот Иисус Господь над иудеями и язычниками и двойная должность Царя и Спасителя занята одним и тем же. Иисусом Христом. Но как это возможно? Ведь между Вифлеемом и Вавилоном 800 километров. Сейчас мы увидим, как истории Матфея и Луки идеально сочетаются, и что явление ангелов и проявление славы Божьей пастухам в Вифлееме было тем же проявлением славы Божьей, которую мудрецы видели из Вавилона. Во-первых, оба эти события должны были произойти в одно и то же время, в ночь рождения Христа. Во-вторых, мудрецы видели звезду, поднимающуюся на западе в районе Вифлеема, возле Иерусалима, в ту же самую ночь, когда слава Божия спустилась на холмы Вифлеема. Неужели это просто совпадение? Вспомните, что тогда случилось возле Вифлеема и как это могло выглядеть для наблюдателей из Вавилона. Мы читаем, «Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу». Слава вместе с появлением множества ангелов была самым ярким проявлением славы Божьей в истории. Мощный луч света озарил пастухов сверху, для наблюдателей из Вавилона это должно было выглядеть как световой жезл, поднимающийся над Израилем посреди глубокой тьмы. Все именно так как было предсказано Валаамом. И это было лишь первое знамение рождения царя. А после того, как ангелы передали эту новость, они не просто исчезли, а, видимо, поднимались на небо. В Евангелии от Луки сказано, ангелы отошли от них на небо. Сияние от появления такого множества ангелов, окруженных славой Божией, продолжалось, пока они поднимались все выше и выше на небеса. А для мудрецов из Вавилона это могло выглядеть как новая звезда, поднимающаяся из Израиля. То есть мудрецы увидели что-то вроде светового жезла со звездой в самом верху, поднимающейся именно так, как и предсказывал Валаам. Восходит звезда от Иакова. Эта звезда на самом деле была группой сияющих ангелов, окруженных славой Божьей. В пророчестве сказано, что эта звезда поднимется от Израиля. Мудрецы так и сказали. Они сказали, что видели восстающую или восходящую звезду. Наблюдая за небом, они видели, что все звезды движутся на запад из-за вращения земли. А эта звезда какое-то время оставалась в зафиксированном положении над Вифлеемом, обозначая место рождения Мессии. Мудрецы поняли, что это исполнение предсказания Валаама во всех деталях в соответствии со временем, установленным Даниилом. Так они поняли, что это его звезда. Должно быть, они использовали свои карты и различные инструменты и определили, что эта звезда появилась где-то между Иерусалимом Иерусалимом и Вифлеемом. Между ними всего 7 километров, так у них не осталось никаких сомнений в том, что это была его звезда. Поэтому они сразу же собрались посетить его. Руководствуясь расположением звезды, которую они увидели той ночью, они направились в Иерусалим. Путешествие должно было занять у них несколько месяцев. Итак, явление ангелов и движение славы Божией над Вифлеемом, где родился Иисус, объясняют, что видели волхвы в Вавилоне на расстоянии 800 километров. Также это полностью совпадает с предсказанием Валаама. Следовательно, два проявления славы Божьей во время рождения Христа были одним и тем же проявлением славы, но видимым с двух разных точек. Жезл света и звезда, восходящие от Израиля, о которых говорил Валаам, были знамениями в небе, провозглашающими рождение и восхождение царя Мессии, который поднимается над Израилем и чей жезл власти будет простерт над всеми народами. Во славу Господа! Мы должны быть такими, как эти мудрецы, которые искали Мессию, руководствуясь Писанием и Духом Божьим. А когда они нашли Его, то поклонились Ему. Давайте будем такими же мудрыми слугами Бога и будем поклоняться Господу вне зависимости от того, что говорит этот судорожный мир, потому что все его веяния проходят а вечный Господь пребывает вечно. Аминь.